смотрим 2 плюс 1 с большой квадратурой, с бассейном и с хорошей зоной отдыха. Но это будет попозже, мы с вами посмотрим сначала квартиру, ну а потом подведем итоги уже на территории. Пойдем. Друзья, в квартире, значит, мы на третьем этаже, напоминаю, 2 лифта, оба в рабочем состоянии. Заходим. Квартира у нас получается юго-западная, то есть очень теплая. Коридорная зона со встроенными шкафами. Все очень достойно. На полу у нас ламинат, в мокрых зонах у нас плитка. Давайте фишку сразу посмотрим. С нее начнем. Это балкон. Балкон у нас трехугольной формы, закругленный, но очень он огромный. Ребят, посмотрите, какой балкон. Вот. И в этой части как раз квартира выходит на юг. И у нас здесь вот за этой средней школой сразу идет пляж. Здесь где-то метров 200-250 до пляжной зоны с хорошим песком. Вот такой вот у нас с вами балкон обалденный. Ну, если его так перемеривать, я думаю, на скидку здесь квадратов 20 точно есть. Я хочу для примера, ребят, вам показать соседний балкон. Смотрите, у людей сколько там зелени. Это все этот балкон. Все заставлено. Ну, видать, хозяйка-любительница всяких цветочков. И теперь мы вернемся в обратку и смотрим кухню, совмещенную у нас с зоной отдыха. Вот такая вот кухня. Здесь уже все встроено, функционирует, можно пользоваться. Но, как обычно, в Турции кухня уже готовая. Проходим с вами обратно, заходим в коридор. Так, это что за шкафчик? Ага, здесь, смотрите, еще тоже куча всего войдет. Вообще прикольно. Идем и попадаем, как обычно в Турции, в большинстве квартир две части. Зона активности, зона отдыха. Давайте в зону отдыха пойдем. Здесь два санузла. Один из них это у нас с вами а-ля турка, незабвенная. И второй санузел классика со всеми атрибутами, присущими общему санузлу. Здесь у нас с вами стиралка ставится. Первая спальня. Она где-то квадратов 13-14 будет. Решетки пускай вас не смущают, жили малолетние дети. Вот, поэтому вот так. Вернемся с вами и попадаем с вами в спальню во вторую. Ну, здесь уже поболее. Причем здесь гораздо поболее. Тут, наверное, квадратов 18 минимум есть. В этой части, опять же, юг-запад у нас с вами. И в чем плюс? Здесь у нас есть второй балкон. Он у нас с вами выходит на северную часть по стороне света. То есть у нас с вами он выходит на горы. То есть получается у нас квартира с вами трехсторонняя. Север, запад и юг. Три стороны света. Шикарно. Значит, что можно еще заметить в конце, предвещая финиш? Хорошая, маленькая, но отличная территория с бассейном, с хорошей прогулочной зоной и зоной мангальной. Сейчас мы пойдем ее посмотрим. Я думаю, вам понравится. Вот, пойдемте, финишируем мы с вами внизу. Пошли. Друзья, итоги. 2 плюс 1, Арпач Бакшиш. Вся инфраструктура рядом. Школа в 100 метрах. Пляж 250 метров. Я сейчас стою под несколько сотням, наверное, лет деревом. Посмотрите, какой объем. Это дерево прямо на территории Сите находится. Здесь у нас с вами зона отдыха и мангальная часть. Здесь у нас с вами бассейн. Он работающий реально. Я летом здесь был, видел, что здесь люди купались. Компактная небольшая территория, но на самом деле все есть. Все очень по-домашнему. Третий высокий этаж, вкусная цена. Цену смотрите в описании. Пока. Меня зовут Амир.